Привет, ребят! Вы на канале Hard Reset Info. Перед нами устройство Samsung Galaxy A22 5G. И в этом видеоролике мы покажем вам, как на этом телефоне изменить цветовую схему или как сделать телефон темным или светлым. К примеру, сейчас у меня он светлый. Я дважды свайпаю вниз и перехожу в панель управления. Здесь у нас может быть возможность включения темного режима. Если ее нет, мы нажимаем справа сверху на три точки, нажимаем изменить кнопки, и здесь мы видим, что темного режима тоже нет. Значит, мы еще раз возвращаемся, свайпаем вправо. Вот в чем моя ошибка. И находим здесь пункт режим затемнения. Сделав его темным цветом, весь телефон, соответственно, становится таким очень темным. То есть все, что может, превращается в черный цвет. Также мы это можем сделать другим способом. Мы заходим в настройки, выбираем пункт дисплей, где мы можем включить темный или светлый дисплей на наш вкус. И на этом все. Если у вас остались какие-то вопросы, то вы можете писать их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!